お。Чего не повторить-то? Хорошо же делали, да, это? Красиво было. О, Костя, хороший удар.
опережении. А? На опережении. Олег, а можно ручки приподнять? А то они у коленок прям там уже, вот прям уже ниже коленок становятся. А лучше поднять ручки, а не приподнять. Понятно, уже третий удар туда. Надо же как-то развести. Да и не туда. Я бы вот туда не заваливал. Там полшага фактически мог даже заблокировать Андрееву. Вот все уже Андрей, Олег. Такой, наверное, выбивать, Олег. Ну, я ничего не сделал, просто... Не, ну там как бы и тяжело было что-то делать. Вот, в принципе, вас-то вывели на простой удар, но после скорости, ну, блин, ну фиг знает. Не, нормально вышел. Да, нет, нормально вышли, но здесь вопросов нет. Нет, он пустой был, а достаточно далеко отлетел, достаточно простой, но до этого Олег хорошо сделал. Он сначала развел, вот как раз по этим точкам. Не, Арара так все офигенно в привигорили. Вот. А они вот сделали эти, сделали, но вертолеты. Типа, можно, пожалуйста, летайте. Ну и у меня, кстати, сейчас вот знакомые получают права на вертолет. Вот, говорят, вообще нормально. Типа, можно... летать свободно. А? Да. До 11 очков. Коротенькая, да. Широкая.
поактивнее только, а то вы что-то расслабились сразу. Вы не расслабились. Хороший розыгрыш. Береться одной ногой. Обе стояли на пятке. Одну. Восемь восемь был, да, наверное. Так ты же мне укоротить не можешь. Ну а назад ты зачем идти? Вот именно укоротить не могу. А ты тут, если ты отобьешь, я выведу смысл ударю. Ты укоротить мне не.